Вы к нам откуда такие красивые приехали? Винницкая область, Тульчин. Это вы Тульчинка? Да, да, мы с Тульчина. Это вы любите масло, да, вот молочко делать, маслечко? Да, да, да. Прекрасно, очень вкусное. Ну что ж, друзья, я хочу вас поздравить с тем, что вы попали в программу, которая называется «Экзамен». Потрясающе. Потрясающе. Да. Суть ее в чем? Вспоминаем школьные дисциплины. Пожалуйста, все то, внучки. Все то, что мы учили в школе, все те предметы, все эти дисциплины и так далее. Итак, у вас сейчас есть право выбора определить нашу сегодняшнюю рубрику, как она будет называться. Для этого вам необходимо вытащить один из трех билетов. Итак, билет по... Биологии. Билет по биологии. С биологией знакомы? Мы учили в школе, естественно. Да? В билете по биологии три вопроса. Если вы отвечаете на них правильно, то я вам ставлю пятерочку и отжимаюсь 10 раз. Хорошо? А если вы отвечаете неправильно на три вопроса, то вы приседаете 5 раз. Хорошо. Договорились? Плюс один, да. А можете всей компании, я не обижусь. Итак, первый вопрос звучит так. Сколько камер у человеческого сердца? Ой, Валерий, это ты, сердечек, рассказывай. Две. Две камеры? Да. Ни больше, ни меньше, да? Нет, да. Четыре. Правильно. Три. Три камеры. Три, это, наверное, была ваша оценка в школе по биологии. Да? Две. Мало, мало, очень мало. Как вы думаете, каждый палец имеет по три фаланги? Некоторые две. Какие? Ой, боже мой, как вам сказать, первый? Я скажу, как музыкант. Покажи, а вы покажите нам. Вот, класс, да? Вот главный палец, большой палец, имеет две фаланги. По три фаланги. Не все каждый, пальцы? Не каждый. Не палец каждый. Имеет. Пальцы на ногах имеют по две. Так, давай проверять. Так, значит, какие пальцы имеют по две фаланги? Ну, каждый. Нет, большой имеет две и перед ним который. Раз, два, три. Три фаланги тут. Сразу? Да. Ну, ладно. По три. Каждый палец. Нет. Наводящий вопрос. Ну. Нет, а сколько? Нет, нет, вот. Большой экран. Большой имеет две фаланги, да? Не каждый. Не хорошо. Три получается. Все пальцы имеют по три фаланги. Ну да. Последний вопрос. Что такое колбочки и палочки в биологии? Боже, какой кошмар. Палочки это, которые, ну, я забыла. Забыли. Ну, это есть болезни такие различные. Это я не знаю. Не знаете? Колбочки и палочки. Колбочки и палочки. Не знаю. Что-то с языком связано, не? Не совсем. Две камеры у человека сердца, это неправильный ответ. Три фаланги пальца, ну, вы сказали правильно. И с колбочками и палочками, к сожалению, мы не выяснили. Пролетели вообще. Да, да. Пролетели, поэтому приседаем. Дашулька. Кто будет приседать, да, Дашулька, будет, Дашулька будет отдуваться, да, за вас? А как же? У нас есть такая, так называемая, доска почета в кавычках. Вы представляете, я вообще-то учительница. Представляете, если это увидят мои ученики, это же будет катастрофа. Но я, правда, ученица музыки. Да? Ну ничего, хорошо. Делаем фотографию на память. Давайте, возьмите билетик, покажите два и сделайте очень грустное выражение лиц. Грустно. Все, спасибо вам большое. Удачи, всего доброго.